Межрегиональная общественная организация поддержки еврейских женщин, их семей и сохранения еврейской культуры «Кешер» была создана в 1996 году. «Кешер» основывается на еврейских ценностях, таких как «Гмилут Хасадим» – «Совершение добрых поступков», «Дугма Ишит» – «Личный пример» и «Ладор Вадор» – «От поколения к поколению», «Тикун Олам» – «Преобразование мира». Эти ценности помогают организации создавать сильные связи между еврейскими женщинами. Главная цель – еврейская самоидентификация, образование, просвещение, поддержка женщин, их самореализация и развитие волонтерства. Программы и проекты «Кешер» помогают женщинам решать вопросы, исходя из их потребностей, региона и общества в целом. «Кешер» это команда, которая готова поддерживать женщин в любой жизненной ситуации, помогает им развить способности к восстановлению и росту. Например, в организации проводятся групповые и индивидуальные занятия с психологом. Их проекты и программы – это шанс саморазвития и помощь. Это развитие взаимопомощи для многих женщин в России. Межнациональное сотрудничество – одно из важных направлений деятельности «Кешер России». Благодаря многолетнему партнерству на разных уровнях и воплощению совместных проектов укрепляются связи между представительницами разных национальностей. «Кешер» – один из инициаторов создания в 2015 году Межрелигиозного женского совета России, который объединяет руководителей религиозных и общественных организаций. В центре внимания «Кешер» – сохранение традиций еврейского народа и передача их будущему поколению. Этому способствует и совместное проведение праздников, встреч, обучение и знания. Особое внимание «Кешер» уделяет программе «Женское лидерство. Путь перемен и вдохновение». Волонтерами «Кешер» разработаны и успешно реализованы десятки проектов, охватывающих широкий круг актуальных проблем разных целевых аудиторий в разных городах. Все участницы организации стремятся к тому, чтобы их работа помогала не только еврейским женщинам, но и всему обществу. Например, одна из программ «Школа женского здоровья». По всей России волонтеры в сотрудничестве с медицинским сообществом проводят образовательные встречи по профилактике рака молочной железы. Благодаря этой работе женщины, которые боялись посетить врача, откладывали визит, проходят обследование и вовремя пролечились. Команда «Кешер» гордится тем, что все мероприятия и проекты организации носят практический характер. Отдельное направление – молодежное – «Кешер Girls Space». Молодые девушки приходят в проект не только чтобы научиться традициям, но и создают свои проекты, несущие современную тенденцию, чтобы принести пользу обществу. Благодаря усилиям команды «Кешер» женщины начали вводить еврейскую традицию в свой дом, больше узнавать о людях своих общин и объединяться для волонтерской работы. Кроме того, программы «Кешер» помогают женщинам заботиться о своем здоровье и стимулируют «цдаку» – развитие благотворительности. Женщины, действующие вместе, являются мощным фактором преобразования себя и мира к лучшему. Каждая женщина уникальна, и у нее есть все, чтобы построить свой гармоничный мир и помогать и вдохновлять других.